Внезапно открывшаяся тебе истина порождает лавину вопросов. Кто ты на самом деле? Джон Улисс? Чок? Ты еще здесь, Чок? Или ни одно из этих имен не является подлинным? Чок, это ты? Сколько еще жизней тебе нужно, чтобы вспомнить? И почему ты каждый раз оживаешь? Мне нужно идти, но я вернусь за тобой. Почему теряешь память? Кстати, сегодня у Дани день рождения, помнишь? Почему не исчезает шрам на руке? Конечно, Борис. Ты надеешься найти ответы на все эти вопросы в церкви Святого Фергюса, Инверлох-Вудс, Шотландия. Это здесь? Я думаю, да. Мы должны успеть до захода солнца. Я займусь вещами, а ты пока осмотрись. Вдруг тебе в глаза бросается... Всем привет, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Yesterday, Печать Люцифера. Ты все ближе к заветной цели. Ну что ж, давайте взглянем на все это. Он очень похож на крест пяти, но на нем скопилась грязь веков, и ты не можешь как следует рассмотреть его. Давайте срежем. Нет? Ты собираешься соскрести всю грязь с креста этим лезвием? Ну, другого у меня варианта нет. Жаль, что такая красота находится в таком плачевном состоянии. Наверное, Хинес де Ордунье был влюблен в собор Парижской Богоматери. Эта розетка как будто снята с Нотр-Дама. Ты перебираешь осколки, пытаясь понять скрытый смысл. Ты ничего не находишь. Ты скребешь его ногтями, пытаешься сдвинуть с места. Безрезультатно. Крест нашли, но как очистить эту грязь? Сломанная щетка со свалявшейся щетиной. Ты берешь щетку, хоть она и без ручки. Ручку сейчас найдем. Такие же барельефы, как и на фасаде Нотр-Дама. Ты вспоминаешь письмо испанского капитана Верховному Инквизитору. В добрый час увидели ваше превосходительство связь между Орденом Плоти и Святейшим Собором Парижской Богоматери, что и позволило нам разоблачить зло в благочестивой с виду церкви. Ты прикасаешься к камню, приглядываешься к барельефам и вспоминаешь. Хинес д'Ордунье, глава Ордена Плоти, заказал точные копии барельефов с фасада собора Парижской Богоматери для церкви, которую он задумал построить. Понимаешь, Чок? Если мы отыщем эту церковь, найдем и Орден Плоти. Озеро Святого Фергюса. Ты осматриваешь берег озера, но не находишь ничего интересного. Куда еще мы можем податься? Лестница, которая никуда не ведет. Подняться? Зачем? Хотя, в чем смысл твоей жизни? Ох ты, сколько тут интересного. Газовая горелка. Тебе незачем брать ее. Если ты захочешь что-нибудь нагреть, то сделаешь это здесь. Ладно. Железная кастрюля. Ты уверен, что кастрюля пригодится, если ты узнаешь или вспомнишь, почему Орден Плоти уделял столько внимания алхимии. Спирт. Кобальт. Это название происходит от немецкого «кобальт». Других ассоциаций у тебя нет.
Ты смотришь на пузырек с цинком и... А ты знаешь, что первым, кто назвал цинк металлом, был Парацельс, лучший алхимик всех времен и народов? Ртуть. Вот парадокс. Ты не помнишь почти ничего, но в то же время ты один из немногих людей в мире, кто может вспомнить вкус ртути. Ты берешь пузырек с ртутью, повторяя себе «надо бросать пить». Да, бросать надо пить. Уксус – одно из самых эффективных чистящих средств Средневековья. Вот ты откуда знаешь, что уксус тебе не помешает? Ты смотришь на пузырек с серой и... Кстати, Чок, а ты знаешь, что на санскрите серу называют тем же словом, что и врага? Может быть, сера пригодится тебе, как в антикварном магазине пригодилась деревянная фигурка с ее символом? Соль. Странно, что обычное вещество играет такую важную роль в алхимии. Впрочем, именно соль была причиной бесчисленных войн и средством обмена для многих цивилизаций. После того, что ты видел в развалинах, становится ясно – соль тебе пригодится. Ну, в общем, нужно сделать точно так же, как и на том кресте. Ртуть, сера, соль и огонь. Как здорово, что Полин догадалась прихватить лопату. У тебя нет никаких сомнений в том, что эта лопата тебе понадобится. Ну, я так полагаю, сразу надо делать не будет. Надо будет очистить крест. Кстати, какие у нас еще активные зоны? Мы можем с ней поговорить. Ты пока не осмелился рассказать ей то, что узнал в Хэппидейл. Как спалось? Неплохо. Я устала в дороге. Спасибо, что проделала такой долгий путь ради меня. Я не могла отказаться, но это было непросто. До Глазго все было нормально, но потом я начала отключаться. Я заехала на стоянку мотеля и прямо в машине поспала часа три. Но это не слишком помогло. Я тоже устал. Рейс задержался. Нужно все успеть до заката, Джон. Скоро стемнеет, и поиски придется прекратить. Тогда займемся делом, а потом можно ложиться спать. Вместе? Конечно, глупыш. Тогда я буду молиться, чтобы стемнело поскорее. Ну-ну, мы оба так устали, что лучше и не пытаться. Ты нашла что-нибудь интересное в дневнике отца? Нет, ничего, что имело бы прямое отношение к этому месту. Я нашел крест, очень похожий на тот, который сделал твой отец. Да? В дневнике есть такой же. Может, отец сделал набросок с этого оригинала? Может быть. Ты нашла что-нибудь интересное в дневнике отца? Есть кое-что насчет креста. Ртуть в правом рукаве, сера в левом, соль в верхнем, огонь в нижнем. Да это я так знаю. В тот раз, когда мы познакомились, когда я сказал, что мы встретимся в аэропорту, из магазина ничего не пропадало? Да нет. То есть пропала часть ртути, которую хранил мой отец. Но ты сам ее забрал перед исчезновением. Ты сказал, что в ней может быть разгадка. Потом я вернулся в отель, и Марсель отравил меня этой ртутью. Ты еще не рассказал Полин всей правды. Тебе нечем подтвердить свои слова, и она решит, что ты псих. Она думает, что вы ищете здесь доказательства того, что Генри и есть инквизитор, убийца-бродяг. А когда я вышел из комы, то потерял память. Ты нашла что-нибудь интересное в дневнике отца? И вот еще одна фраза. «Ртуть, чтобы вспомнить». Похоже, это цитата из Парацельса. В твоем случае вышло наоборот. Ведь именно из-за ртути ты потерял память, нет? Американец, с которым ужинал твой отец перед смертью, думаю, это был Генри Уайт. Мне тоже так кажется. И я знаю наверняка, что именно он приказал убить отца. Он заплатит, клянусь тебе. Кажется, я знал твоего отца. Что? Когда? Осторожно. Ты не можешь сказать ей, что ты это Чок. Пока не можешь. Не знаю. Какие-то обрывки воспоминаний. Но мы были знакомы. Ты рассказывала о друге твоего отца, Чоке. Странный тип, больной на всю голову. Он был помешан на Инквизиции. Вроде как хотел восстановить ее. Я его боялась. Он все время кричал, спорил с отцом.
Однажды они так поругались, что отец выгнал его, и больше мы его не видели. Отец никогда не рассказывал о нем. Извини, что втянул тебя в это дело, Полин. Не извиняйся, иначе я не познакомилась бы с тобой, а это единственная причина, чтобы жить дальше. Ну что ж, давайте сходим к кресту. Все-таки уже пора. Полин ехала из Парижа почти без остановок. Ты прикасаешься к рулю, педали газа, усаживаешься поудобней. Ничего. Ты не помнишь, как управлять автомобилем. Пришла пора почистить крест. Так, для начала попробуем лопату. Избиение креста не продвинет тебя к цели ни на шаг. Уксус. Нет, да? Ты трешь его изо всех сил, но грязь так въелась, что по-сухому ее не очистить. Угу, а теперь уксус. Вполне возможно, что уксус как-то поможет очистить грязь. Но просто поливать им поверхность креста бессмысленно. Ну и что же делать? Ты трешь его изо всех сил, но грязь так въелась, что по-сухому ее не очистить. Вполне возможно, что уксус как-то поможет очистить грязь, но просто поливать им поверх... Ты пытаешься копать землю руками? Угу. Ты долго и упорно копаешь. Наконец тебе удается откопать крест. Похоже, он стоял на чьей-то могиле. В земле ты находишь предмет, который тут же кладешь в карман. Ты смотришь на монету и вспоминаешь. И монета судьбы! В насмешку над самим Создателем! Ну-ну, мне нужно очистить крест. Попробуем сварить зелье. Все-таки рецепт мы знаем. Если ты хочешь нагреть кастрюлю, сначала наполни ее. Хорошо. Ты попросил Полин захватить образцы алхимических элементов на тот случай, если ты вдруг вспомнишь, как их использовал Орден Плоти. К сожалению, тебе еще только предстоит это вспомнить. Золотой песок. Что это было сейчас? Углубление. Как и следовало ожидать. Ты готов поклясться, что под грязью есть три таких же отверстия, как в нижней части креста. Ты скребешь его ногтями, пытаешься сдвинуть с места. Безрезультатно. Уксус. Вполне возможно, что ты трешь его изо всех... Что ж тебе надо-то, а? Ртуть. Если это тот самый крест, который тебе нужен, то алхимические элементы будут... Ты собираешься соскрести всю грязь...
ты прикасаешься к камню, приглядываешься к... Хинезда заказал, понимает? Так, что же делать, а? Спирт. Ты берешь небольшой пузырек со спиртом. Кобальт. Это нас... Каждый шахтер любит... Ты смотришь на пузырек с цинком и... А ты знаешь? Ты не знаешь наверняка, зачем нужен цинк, но пузырек все-таки берешь. Ты берешь пузырек с золотым песком. Набрали кучу всего. Только что делать с этим непонятно. Может еще раз с ней поговорить? Нет. Нет, смысла нет. Золото. Если это тот самый крест, который тебе нужен, то вполне возможно, что уксус как-то поможет очистить грязь. Но просто поливать им бессмысленно. Тебе ладно. Нужна вода. Вода. Где же мне взять воду? Ты наполняешь кастрюлю чистой холодной водой. Ты щедро льешь уксус в кастрюлю. Вполне вероятно, что содержимое кастрюли поможет тебе очистить грязь. Но если ты просто выплеснешь кастрюлю на... Снова ничего не добьюсь. Ты окунаешь щетку в холодную воду, смешанную с уксусом. Ты проводишь по кресту щеткой, смоченной в холодной воде с уксусом, но грязь въелась в него, как плесень. Значит, надо подогреть. Ты ставишь кастрюлю на горелку. Ты снимаешь кастрюлю. Кастрюля. Ну и что, горячая, холодная, я что-то не пойму. Газовая горелка. Ты ставишь кастрюлю на горелку. Вода в кастрюле холодная. Ты снимаешь кастрюлю. И какой-то идиотизм. Ты ставишь кастрюлю на горелку. Так, попробуем зажигалочку. Ты несколько минут греешь воду с уксусом в кастрюле. Вода в кастрюле до сих пор не остыла. Ты снимаешь с горелки горячую кастрюлю. Ты окунаешь щетку в горячую воду, смешанную с уксусом. Ты скребешь крест щеткой, смоченной в горячей воде с уксусом, и грязь начинает отходить. И после долгих усилий... Я нахожу все углубления. Ну что ж, давайте вставлять. Итак, наверх соль. Ты распахиваешь дверцу, засыпаешь соль, и внутри креста щелкает какая-то пружина. Направо. По-моему, это ртуть у нас, да? Ртуть. Идея-то хорошая, но сначала нужно открыть дверцу. Что, она не открывается? Ты пытаешься открыть дверцу руками. Не выходит. Понятно. Ножичком. Лезвием тебе удается открыть дверцу. В
Ты открываешь дверцу, заливаешь в углубление немного ртути, и с крестом что-то происходит. Ты открываешь дверцу, кладешь в углубление серу и... Если Пяти был прав, это отверстие для огня, но огонь зажигалки вглубь не просунуть. Может, фонарик использовать? Фонарик не поможет тебе лучше рассмотреть отверстие. Ну, я прям не знаю. Сейчас-то что брать надо? Нет же никакой бумажки. Монета не входит в... Не входит. Ты тщательно ощупываешь центр креста, но не находишь никакого отверстия или механизма. Да и так понятно, нужно последний элемент. Если Пяти был прав, это отверстие для огня, но огонь зажигалки вглубь не просунуть. Для нижнего отверстия в кресте подойдет один из тех алхимических элементов, которые у тебя остались. Ну, что у меня осталось? Спирт. А, хорошо. Ты заливаешь в отверстие спирт и слышишь какой-то звук. Вот теперь можно поджигать. Ты открываешь дверцу, и спирт быстро сгорает, а одна из шестерней внутри креста меняет положение. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, следите друзьям, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!